Да, вышло обновление, ребят, я просто в шоке, прямо сегодня, прямо сейчас вышло обновление 0.15.0, поэтому, братан, если ты ждал обновление, прямо сейчас ставь лайк и подписывайся на мой канал, потому что я тебе расскажу максимально детально, я тебе расскажу все от А до Я. Ну что же, ребятки, полетели, первое, что мы видим, это новое загрузочное меню, также мы видим двух эльфов. На GG Standoff вышло обновление, теперь за открытие новогодних кейсов ты получаешь токены, а с токенов бесплатные кейсы. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Я свои 7 бесплатных подарков прямо сейчас заберу. Также тут есть барабан бонусов. По моему промокоду вы получаете еще один барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 35% к пополнению обратно. Все нужные ссылки есть в описании. Видим кучу подарочков, это означает то, что будут подарки. Ну, ребята, это не все. Я уже посмотрел, я уже поиграл, и я скажу вам только одно. Это просто лучшее, что я видел. Я не могу, пожалуйста, я прошу Standoff, быстрее прогружайся, потому что я уже очень сильно хочу протестировать это обновление. Ребят, у меня прям руки чешутся, я хочу поиграть в это обновление. Так, ну что же, давайте смотреть. Ну что же, вот мы и зашли в Standoff. Давайте смотреть, что же тут есть, что же добавили, что же изменили. Ребята, это просто красота. Посмотрите, идет снежок. Блин, прям новогоднее настроение. Жалко, что за окном нету снега. Так, ну что ж, давайте смотреть. Дальше что я вижу? Голд пасс. Уля, нет, подожди, как-то я сильно рано перешел к голд пассу. Так, ребят, смотрите. Надпись New Year и дальше надпись «Маленький помощник». Фух, ребят, ну что же, полетели, полетели смотреть на наши фри-пассы и на наши голд-пассы. Уля, как же красиво, посмотрите на новые скины. Вау, конфетка MP7 Blizzard, ребята, это просто что-то с чем-то. Это просто космос. Вау, дальше смотрим. AVM Polar Knight, блин, ну, честно говоря, похоже на AVM Scratch. Дальше MP7, о, ну, наконец-то добавили хоть какие-то скины на MP5. Потому что, ну, вообще не было скинов. Так, смотрим дальше. M110. Ну, кстати, ребят, вот с этим скином я бы поиграл. Если не ошибаюсь, на М110 вообще нету нормальных скинов. Да там вообще нету никаких скинов. Ребята, просто мы это сделали. Мы этого дождались. Да, вышло обновление. Поэтому, пожалуйста, прожмите за это лайк и подпишитесь на мой канал. Ну что же, давайте смотреть дальше. Потому что я, ребята, честно говоря, пока что немножко в шоке. Что же еще интересного мы тут найдем? Дальше, следующий наш скин, это, давайте, Аркана уже. Нет, давайте, легендарка, легендарка. Это М16, но, честно говоря, он какой-то стрёмный. Ну, ребят, давайте по чесноку, какой-то стрёмненький этот М16 Iron Will, поэтому я бы этот скин себе не покупал. Дальше, о, P350 Blizzard, ну вот это уже прикольно, это что-то наподобие Некромансера, только Blizzard. Ну, с таким скином я бы еще поиграл. Так, а теперь Арканочка. Так, о, уля, Аркана на MP7, неужто, неужто свершилось, ребят, появилась Аркана на MP7. Неплохо, очень даже неплохо. Так, ну что, ребята, дальше мы видим вот такую вот бронзовую медаль. Очень прикольная, год БК. Ну, короче, все как обычно, смотрим дальше, смотрим дальше. О, это стикеры, стикеры, вау, как же это круто. Блин, Гринч, стикер Гринча, ребят, я хочу его, я хочу его, я хочу, очень сильно хочу. Полярный медведь, вот это мишка. Дальше, о, это какой-то стикер ВК, как будто такое ощущение. Так, ребята, это что-то такое, сладкий стикер. Вот это я бы, не знаю, кому это Верикону приклеил бы. Ладно, шучу, Верикон, без обид. Так, Merry Christmas, счастливого Рождества. Блин, ребята, это просто шедевр, я не могу. Я хочу, хочу купить, хочу купить. Ребят, если вы прямо сейчас наберете очень много лайков и очень много подписок, то я так уж и быть куплю этот Gold Pass. Так, ну что ж, смотрю дальше. Вау, а это, как я понимаю, самый дорогой стикер. Это золотой бык, золотой бык. Ничего себе, ребят, вот тогда, вот тогда, вот так бычара, бычара так бычара. Смотрим дальше. Это какой-то непонятный клубок. Что это? Какой-то змей Горыныч. Кушает сам себе за хвост, не понимаю. Так, ребят, смотрим дальше. Блин, честно говоря, это просто что-то нереальное. Я хочу посмотреть на коллекцию ножей. Вот сейчас вы просто будете в шоке. Добавили новые обновленные ножи. Новые обновленные ножи, ребят, да-да-да, мы этого дождались, посмотрите, внимательно посмотрите, новый Скорпион Cold Flame, вау, крутяк, дальше что мы видим, новый обновленный Flip Knife Snow Camo, ничего себе, ничего себе, просто сумасшествие какое-то, M9 Bayonet, Frozen, вау, ля, ребята, ля, просто сказки, я просто буду смотреть, вы смотрите и удивляйтесь вместе со мной, так, ну, тут, кажется, ничего не поменяли, да, о, нож бабочка, ну, блин, а, ну, почти такой же, как и был раньше, нож бабочка Gold Flame, ну, ничего особенного не вижу, G-команда Frozen, о, а вот этот G-команда, если я не ошибаюсь, был же как раз на видосике, да, ребят, вот именно этот G-команда был на видосике, который мы все вместе с вами смотрели, и он просто бомбезный, я бы играл бы с ним,
Кажись, ребятки, в этом году все-таки придется реально покупать Gold Pass. Смотрим дальше, Керамбит Gold Flame. Оля, малышечка, иди ко мне. Не, ребят, ну, конечно, керамбит неплохой, но очень похож на обычный керамбит. А вот это какой-то ржавый керамбит, ребят. Вы что придумали? Да с таким керамбитом никто играть не будет. Конечно, я не знаю, как он будет смотреться в игре, но как по мне, ну, он так себе. Какаха, какаха, какаха. Так, ну что, пацаны. О, а вот это уже интересненько. Слоукама, что это такое? Это какой-то снежный керамбит. Вот с таким бы керамбитом я бы поиграл, потому что он выглядит довольно-таки дорого, как будто белое золото. Также, ребята, это не все, потому что есть брелки. Ну куда же без них, и прикольные брелочки, вау. А вот этот брелочек, это же из стикера ВК. Отвечаю, ну есть такой стикер ВК. Блин, вообще бомба, бомба, бомба. Дальше печенюшка, печенюшечка. Оля, пацаны, вот я бы эту печенюшечку на Авен Тражер Хантер приклеил. Дальше, снеговик. Ну, это снеговик, но так себе, среднячок. Можно что-то получше. Так, давайте посмотрим на арканы. Ой, арканы это бык. Не, ну аркана сразу видно лютая, лютая. Мне нравится, я бы с такой арканой однозначно играл бы. Я бы его однозначно вот приклеил бы на какой-то АКР Трэшер Хантер 100%. И какой-то полярный медведь. Кто же это у нас такой? Оля, какой устрашающий бандит. У нас есть новые режимы, да-да-да. Это не сон, это не шутка, это не пранк, это реально новые режимы. Это охота на подарки, дух Рождества. Блин, даже не знаю, с чего бы начать. Давайте-ка мы дух Рождества. Вот я жду Рождество, и поэтому, ребят, давайте дух Рождества. Посмотрим, попробуем, поиграем. Так, это у нас такое загрузочное меню. Так, ну пока что очень даже достойно. Честно говоря, я играю в мобильную игру, а такое ощущение, что я играю в компьютерную игру, потому что все сделано прям максимально красиво, максимально реалистично и максимально круто. Блин, ребят, просто бомба, бомба, бомба. Ну что же, ребята, давайте смотреть, что же это такое. Как я понимаю, тут играет две команды по 5 человек, и нам надо просто махаться. То есть это что-то наподобие командного боя. Мы просто берем и так подходим к этому в упор, так фигак! Ух, ничего себе, а это дробовик, да, это, ребята, переделанный дробовик, и я вам скажу только одно, довольно-таки прикольно, круто, куча разных нычек, я уже вижу, что это переделанная карта Training Outside, и я вам скажу только одно, поставьте, пожалуйста, за это лайк и подпишитесь на мой канал. Так, ну что, ребята, давайте смотреть дальше, что же еще есть интересненькое. Ничего себе, что это за дверь, что это за портал? Блин, ребят, ну с этим режимом мне еще надо разобраться, потому что я играю один, поэтому я без понятия, что и как надо делать. Но снеговики прикольные, давайте кому-то в нос зарядим. А ну-ка, ох, блин, блин, снеговичок, извини, я не планировал. Ну что же, ребята, только что я зашел в сеть. Что нам надо делать? Мы просто заходим, вот так вот убиваем кого-то, забираем подарочек, как я понимаю, и подарок несем в портал, правильно? А ну-ка. Не, неправильно, значит подарок несем туда, туда, на базу противника. Блин, ребят, это стендов, посмотрите на эти текстуры. Я просто не верю, что это все правда. Просто я в шоке. Так, братик, слышишь, ты... А, это наш тиммейт. Я-то думаю, чего его не могу никак замочить. Блин, ребят, просто зашибись, очень круто. То есть подарки надо носить с одной стороны карты на вторую. Ну а прямо сейчас я, ребятки, играю во второй режим. Что же тут надо делать? Честно говоря, как я понял, тут надо захватывать зону. Как же захватывать зону? Мы просто становимся сюда, и все, зона наша, захватили, ништяк. Говорится, жизнь удалась. Честно говоря, очень прикольно. То есть это что-то наподобие захвата зон. Да, это просто, но тем не менее, посмотрите, как все это классно реализовано. Посмотрите, как, какая красивая вся эта карта в зимнем новогоднем стиле. И прям, честно говоря, ребят, у меня прям появилось желание и настроение праздновать Новый год. Задача очень простая, надо просто находиться рядом с елкой и не отдавать плохим эльфам эту елку захватывать. Ребят, конечно же, мы не будем давать плохим эльфам захватывать елку, потому что мы хорошие эльфы. Плохие эльфы, до свидания. Ух, ничего себе, раздал минус 3. Вот их, конечно, я нагибатор, вот это нагибатор. Ребят, ну, суть режима крайне проста, но тоже прикольно, можно повеселиться, на один раз точно пойдет. Дамы и господа, к вашему вниманию представляю обновленную карту Training Outside. Что же мы тут видим? Мы тут видим елочку, мы тут видим гирлянды, ну и в принципе вроде бы все. И я уверен, что тут где-то есть пасхалочка. И, ребята, если помните тизер, то тизер снимался именно рядом с этой елочкой. Честно говоря, все очень классно. Блин, как же все переделали. Да не гоните, неужто можно заходить сюда в рофлике? Да ну, реально можно заходить сюда, вот это да, вот это я в шоке, ребята, ребята, мать моя женщина, просто посмотрите на все это, как же все это классно, а ну-ка, а вверх можно залезать? Можно и вверх залезать, вы серьезно? А, не, сюда залезать нельзя, но, ребят, я вам скажу так, тоже очень прикольно, тоже очень достойно, и я просто хочу играть в это обновление. Ну что ж, дорогие друзья, я вам рассказал абсолютно все обновление. К вам большая просьба, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, а я пошел играть, всех с наступающими праздниками, всем пока!